И опять выиграли. Выиграли эту шайбу, а мячи. Подправление какое, и не попадает Шумаков. И шайба все-таки в воротах. Рикошетом от Энрота она попадает в ворота. 1-1, и будет овертайм, похоже. Был пас из-за ворот с отрицательного угла. И вот здесь Шумаков не попадает. И затем вот так вот с неудобной руки во вратаря. Внимание! После видеопросмотра определено, перед заброшенной шайбой не покинула площадь. Это гол!